Итак, бойцы до 80 килограмм. Встречаем Саровясов Влад и Тёров Александр по прозвищу Хой, друзья. Поддержим аплодисментами. Вот он выходит, Влад. Вот в таких вот веселых шортиках. И мы готовы встречать Тёрова Александра по прозвищу Хой, пока я поговорю с Владом. Влад, дружище, как ты? Отлично, готов, настроен, все круто. Итак, ну еще один вопрос, откуда у тебя такие классные шорты? Купил. Отлично, дорогие друзья, если кто хочет узнать, где можно приобрести такие шортики крутые, то, собственно, обращайтесь к Владу. Ну и мы готовы встречать Александра по прозвищу Хой. Он снимает футболку «Сектор Газа». Поддержим его аплодисментами. Но нет, дружище, ну как ты, как твой настрой? Лучше всех, все нормально у тебя. Ну, не буду долго я тянуть. Итак, друзья мои, очередной раз ваши аплодисменты нашим бойцам. Второй бой. Так, пару приготовлений, шортики одел, а самое главное забыл. Хозяева ринга уже здесь. Поддержим их, друзья мои. Громче, громче, громче. И мы готовы. Покажите красивый бой. Боец готов? Боец готов? Бой! Давай, давай. Садись, пожалуйста, камера. Ручки подними. Ручки. Давай, сделай. Сбивай, Влад. Становись, отдохни. Вот, давай. Добивай его. Друзья, есть здесь кто-нибудь, кто болеет за хотя бы одного из бойцов? Есть такие? Поддержите, что ж вы молчите-то? Им нужна ваша поддержка. Сам не ложи. Ну и старожила, дядя Сережа подсказывает нам тактику. Бой! Передней рукой. Давай, первый, давай. Давай, Владик, начинай. Команда в стол подключала раньше, чем его подключал. Давай, давай.
Друзья мои, мы не забываем поддерживать бойцов. Вот, вот так вот, да, конечно. Им сейчас очень нужна ваша поддержка. Готов? Все, собрался, пошел. Давай, давай, соберись. Руками! Да не сдавай, уже ничего. Ладно, давай, он устал. Второй бой состоялся. Дорогие друзья, давайте еще раз им поаплодируем за зрелищный поединок. И у нас побеждает. Я на самом деле пока не понимаю, что происходит. А теперь понимаю, у нас побеждает Сыромясов Влад, друзья! Ваши аплодисменты ему! А знаете, в чем весь секрет? Помимо занятий, это вот такие крутые шортики, друзья мои. Если вы хотите хорошо, круто биться, вот, вот так вот надо одеваться. Отлично, конечно же, девчонки, призы от наших партнеров, от Стрелки. Поддержим аплодисменты победителя. И... Ну и Влад, может тебя на пару слов? Как ты? Пока вот второй бой, он был намного дольше. Как твои ощущения? Хорошо. Хорошо, все круто. Друзья мои, еще раз, давайте поддержим Влада. Влад победил. Отдыхай. И, друзья, мы готовы продолжать дальше буквально через несколько мгновений.